Какой язык? Это очень хороший вопрос. Французский? Не знаю. Добрый день, Анастасия. Окей, да. Вау. Какая сегодня погода? Холодно. Надеюсь. Вечеринка. Это я понимаю. Я работал. Видеоигры? Нет, потому что... Пошка. Сейчас я читаю Анну Каренину. На французском. Да, да, на французском. Да. Я надеяться. Я надеюсь. Я надеюсь. Один день я могу читать по-русски, да? По-русски? Да, 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 да. Так, но сейчас вы читаете по-французски. Да, да, сейчас по-французски. Я очень понравилась Мишель Обама книга Мишель Обамы. Да. Я думаю, это книга лучше Барак книга. Мне Все хорошо, все хорошо. A little bit? Нет? Нет, нет. Я чувствую. Я о мне? Я. Я чувствую на следующий водный... Выходные. То же самое заниматься. Буду заниматься, да. Но мы... А, нет. Ну, саботу... Во Франции. Во Франции мы... Где? Во Франции. Во Франции мы хотим выходить. И ты тоже любишь Толстой, да? Ну, не так, что он не мой любимый писатель. Но я читала его книги, я читала Анну Каренину. Привет, Суши. Я читала «Войну и мир». И, ну, еще несколько, может быть, небольших рассказов. Извините. Все в порядке. Сегодня она... Вечером нет. А днем? Днем. During the day. А, да, днем. Днем, а, да. 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 Да? Днем. Какое? Днем, конечно. Вечером нельзя. Днем можно. Да, вечером. Да. Днем можно. Отличие, difference. Какие главные отличия между Австрией и Германией? И Германией? Да. Какие главные отличия? Отличные. Только маленькое. Отличные.
Отличие. Отличие. Но отличие. Только маленькие, но маленькие. Маленькая. Отличие. Отличие. Маленькая, да. Отличная. Очень рано сейчас. Да? Да. Сколько времени в Львове? Да. Во Львове сейчас 7:15. А. Это mm-hmm. Это сейчас 16. Какое? Так. Целью. Какая цель? What purpose? Окей. Для работы. Для работы. Для работы. Да. И для и для experience. О, сегодня. Сегодня было. Сегодня было. Да, today we had this word at the beginning. Опыт. Для опыта. Опыт. Да. А как твои занятия по русскому языку? Расскажи мне, пожалуйста. Да, немного труди. Трудно. Трудно, немного трудно, потому что я не учил много каждый день из-за работы. Потому что много работы. Да. И да. Немного трудно. Тоже мне очень нравится слушать народную музыку. Ага, народную музыку какой страны? Мне больше нравится народную музыку из Ирландии, но сейчас я слушаю русскую музыку. Сейчас ты слушаешь русскую музыку. Да. Народная музыка. Народную русскую музыку? Да, конечно. Честно говоря, сейчас у меня мало проблем, что раньше. Чем? Than before, да? Чем раньше? Я думаю, что этот год очень легко учить. Иногда мы им руками. Ели. Паст. Ели. Да? Мы ели. Мы ели ложками, вилками, ножками и огна руками. Руками нет. Раками это... рак — это такое животное, как crayfish. Да. Поэтому раками это значит by crayfish. Руками. Но нормально летом я путешествую. Я часто путешествую иногда в Канаду, иногда в Европу. Канаду, Европу. И я
неделус путешествовать в Россию. Никогда не был в России. Никогда я не был в России. А потом мы вместе смотрели фильм. Mm-hmm. Это фильм зомбиов. Да. Но это комедия тоже. А, комедия. Хороший фильм на День Благодарения. Почему нет? Ну. А потом мы работали вместе. Uh-huh. Как сказать, clean? Убирали. Убирали? Да, убирать. Убирали. Убирали дома.